Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, батюшки. Я хотела у вас спросить. Я старый человек, я только недавно обрела вот этот смартфон. И стала, конечно, его осваивать. И вот что я поняла, там очень много вранья, конечно. И все вот и в Ютьюбе очень много информации ложной, правды. И вот я не знала, например, про Головина. Поэтому кто-то же должен нам объяснять, кто что. Потому что, сами понимаете, что вы скажете. Потому что некоторым очень нравится эти каналы сделать, чем делами заниматься. Что вы скажете? Спасибо большое. Да, совершенно верно отметила наша слушательница. В интернете очень много лжи. И на Ютубе тоже самое, очень много, в том числе сознательной, заведомой лжи. Лжи и на церковь, на Бога, очень много. И человеку действительно нелегко ориентироваться во всем этом. Есть, конечно, какие-то там каналы православных и священнослужителей, и мирян, но вот, честно говоря, я, чтобы мог сказать нашей слушательнице, может быть, если она всю жизнь прожила без вот этого там Ютуба и так далее, может быть, не так уж стоит и начинать. И я не в том смысле, что она недостойна или не может. Нет, не об этом речь. Сейчас и много, так сказать, людей в возрасте уже давно освоили и пользуются. Я просто вот, ну, от сердца говорю, что если человек, который уже как бы определенным образом сложился, может не нырять в это море информации и лжи, то, может быть, лучше и не нырять. Люди более молодого поколения, они просто не могут. Сейчас ты на работу не устроишься, если не можешь работать в интернете, да, пользоваться интернетом. Ну, молодежь, она без этого, ну, к сожалению, никуда. Или, к счастью, но никуда. А если все-таки у человека как бы большую часть жизни прожил без этого, стоит ли в это все нырять? Mm-hmm. Что одно дело – проблема ложной, да, информации. Это одна проблема большая. Другая проблема – переизбытка информации. Это вообще очень большая проблема нашего времени. Слишком много информации негативно влияет на человека. Не лучше ли просто взять в ближайшем храме, купить книг, да, или в библиотеке храмовой взять книги бесплатно? Вот, по рекомендации, спросить совета какие, и спокойно себе читать. Может быть, это лучше было бы, да? То есть не обязательно нырять в этот океан лжи, если человек все-таки большую часть жизни прожил без него. Ну, а если нырять, если кто-то делает выбор в пользу того, что нырять, ну, тогда уже нужно следить за тем, что ты слушаешь, что ты смотришь, да, нужно учиться различать, определять, где информация верная, где информация неверная. Все равно нужно дозировать информацию даже в этом случае. Тогда нужно заниматься тем, что вот советоваться, может быть, я бы рекомендовал советоваться с более опытными верующими людьми, да, что смотреть, что не смотреть. Не смотреть, ну, вообще, как бы я бы не рекомендовал смотреть ничего, что является хулой там на священнослужителей, на церковь, на Христа, на Бога, да. Некоторые мне пишут, вот мы посмотрели такой-то ролик, но он с самого начала видно было, что там. И у меня возникает вопрос, если вы православный христианин, не, я отвечу вам, да, я отвечу на ваше смущение, когда у меня появляется время, я стараюсь отвечать. Но зачем вы вообще смотрели это? Вот как бы вы же знали, что там будет хула, будет какая-то вот нездоровая вещь. Конечно, вы посмотрели, вы сдали, повредились. А зачем смотреть-то надо было? Вот такой вот момент. Ну, может быть, поскольку вопрос был нам обоим, может быть, вы со своей стороны тоже поделитесь вашим мнением. Да, вообще, я абсолютно согласен со всем.